Новые автомобили взамен старых. Уже 20 лет фонд социального страхования предоставляет средства реабилитации гражданам, получившим травмы на производстве. На этот раз участники проекта получили 3 новых «Лады Гранты». Сегодня вручается 3 автомобиля гражданам, да, которые уже и повторно получают. Автомобиль используется более 7 лет. После 7 лет происходит замена этим гражданам. Вот сегодня мы вручаем 3. Еще планируется 7 автомобилей закупить в этом году. Всего за 20 с небольшим лет мы закупили более 137 автомобилей для таких граждан. Полученные тяжелые травмы разделяют жизнь человека на до и после. Поэтому автомобиль становится ощутимой поддержкой, облегчает решение бытовых вопросов и дает возможность оставаться востребованным в трудовой деятельности. Работая на севере в суровых северных условиях, вот так, получил производственную травму. Автомобиль сейчас действительно, я могу только с километра, с 1000 метров. Остальное мне уже надо, движение какое-то нужно, чтобы где-то куда-то за продуктами съездить, еще какие-то, живую сельской местности. Так что вот надо, транспорт сейчас, это телефонный транспорт, это сейчас вот первое, необходимость для человека. Работал на Сахалине, на шахте, потом в Якутии на золоте. Сломался. Можем на рыбалку поехать, куда-то выехать, отдохнуть. Все равно это больше движения, чем сидеть дома на коляске. Доставка к близким, к родным, в больницу и все остальное. Кроме спецтранспорта, программа реабилитации пострадавших на производстве предусматривает ежемесячные выплаты, санаторное лечение, бесплатные лекарства и анатомические конструкции для адаптации.